Все живое – это более или менее запрограммированные субстанции. Сознанию от 99% запрограммированного механического образования тела до 70%. Самые есть существа, насекомые, которые на 99% запрограммированы, инстинкты там, что куда пойти, птицы летят, тоже запрограммировано. И сознание очень мало задействовано, а у человека запрограммировано 30% там дыхание, сердцебиение, терморегуляции, остальное, а 70% это свободного сознания. Но тоже мы частично роботы.